знаете, я не могу описать, что я чувствую. Просто музыка приходит в меня, да, и я совершенно становлюсь другим человеком. Все звуки, которые слышит мое тело, оно начинает воспроизводить. Наши русские девушки действительно несут, как говорится, искусство по миру. Вот в этом году немножечко, как сказать, новое поколение, может быть, в чем-то слабее, а в чем-то сильнее. Но следующий год уже покажет, насколько они вырастут.